Всем привет! Я Гриша. Я Тихон. А вместе мы команда «Молочная бригада». Наш девиз. Мы «Молочная бригада». Здесь сегодня неспроста. Мы расскажем и покажем производство молока. Представляем наш проект и механизм молочного производства. А вы любите молоко? А как оно попадает в детский сад, хотите узнать? Далеко-далеко, на лбу кусоцарко. Правильно, коровы. Они дают молоко, но оно от нас еще далеко. Его собирают и грузят на молочный комбинат вот таких больших тостерей. И машина заезжает. Сначала лаборанты проверяют молоко на качество, определяют жирность, кислотность, нет ли там лекарств. Только потом молоко ставят вот такие вот большие емкости, их еще называют танки. Каждый продукт... Весь процесс переработки автоматизирован, и за ним сидят аппаратчики. Потом оно поступает в танки поменьше. Из жирного молока делают сливки, сметану, творог, масло. Из нежирного делают кефир, йогурт, ряженку. За это отвечает технолог. Каждый продукт посылает на своем цеху на своем конвейере. Цеха так называют творожный цех, цех газированных сырков, масло цех, цех разлива. А все механизмы на цехах ломаются на комбинате эти механики и наладчики. Готовая продукция отправляется на склад. Там ее принимает кладовщик и грузчик. А уже оттуда автопогрузчики грузят первовкусную продукцию в машины. Машина отвозит продукцию в магазины и детские сады.